Друзья, привет, Ашан, Мега Дыбенко, Санкт-Петербург. Появилось очень много новинок, я очень давно здесь не была. Приятного вам просмотра. Друзья, посмотрите, какой островок чудесный, красивый. Вот, салатник из стекла. 148. Салатник побольше. Так, сколько он? 15 сантиметров диаметр. 255 рублей. Тарелка глубокая, 217, салатник большой, 392. Как красиво. Так, большая тарелка 243, маленькая 180. Тарелочки желтая с красной. Как красиво. Так, 243, маленькая 180. Глубокая тарелочка 217. И салатнички. 255. Маленький сколько стоит? 148. Какие радужные стаканы? 94 рубля. 230 миллилитров. Высокий. Очень красивый. На солнышке вообще просто чудо. Так. Стакан низкий. 103 рубля. И высокий с красным. Так, это что у нас? Салатник. 329 рублей. Маленький ананасик. Большой 501. Красота. Так, а чего они сделаны? Керамика. Так, а это пластик. 46 рублей тарелка. Пластиковая. Кружки 77. И стаканчик 41,90. Стакан с крышкой 108 рублей. 550 миллилитров. Поднос 226, 41,27. Пластиковый. Так, это что у нас? Стакан 320 миллилитров с трубочкой. Лимон. Вижу клубничку. Трубочки, видимо, на кассе дают. Так, стакан с трубочкой. Это пластик. 235. 660 миллилитров. Так. Контейнер прямоугольный. 900 миллилитров. 109 рублей. С арбузиками. Все сделано в России. Большой контейнер 154. Так, вот такой контейнер герметичный. 200 рублей. Так, поменьше-то 189, 152 и маленький 129. Вижу прямоугольный с арбузиком 400 миллилитров, 56,99. Какие стаканы красивые. 94,78. Стекло. Очень красиво. Так, с ободочком с цветным. А, грейпфрут 72,11. И высокие стаканчики с фруктами, апельсины, лаймы. 70 рублей высокий. Низкий 72. Так. Тарелка глубокая 217. Салатник 392. Маленький 148. И зелененький, красота. 243. 25 сантиметров диаметра. Стекло. Маленькая 180. И салатник. Еще новинку вижу. Так, это что, противень? Литр 417. 640 рублей. Такой двухцветный, тяжелый. Так, что это? Это керамика. А зелененький поменьше 486, 940 миллилитров. Красиво так оформлено. Керамика. Так, большой розовый 843. 2 литра 130. Вот такой круглый. Керамика 625. Еще кругленький 451. Совсем маленький.
308 рублей. Какая прелесть. Зелененькие. Хорошие. Смотрите, какие здесь формы для запекания. 982, 33 сантиметра. Красиво. Это что, противень на литр 225, 778. С ручками, керамика. Здесь такой же круглый, 821, на литр 600. Красота. Квадратный, с ручками, 778. Слушайте, классный такой. Так, вот такая, 622 рубля. Форма для запекания. Ой. Так, литр 40. И большая с монстерами, 955 на литр, 806. Форма для запекания. С вот такими лапками. 622. Так. Маленький. Форма маленькая. 422, 485 миллилитров. Керамика. Это я вам все уже показывала. Пластиковые кружки по 65 рублей. И по 36. Распродажа написали. Кастрюля алюминиевая литая стоила 3000, сейчас почти 1500. Тяжелая. Так, вот такая вот крышка цветная. 874. Литр 600. Керамика. Называется лаванда. 774. Керамическая. Ой, тяжелая крышка. Эмалированная кастрюлька на 2 литра. 645 рублей. Сейчас. Стоила 1300. Вот это побольше. 695. Эмалированная. Рисунком 750. Так, ковшик. 500 рублей. Стоил 1000. 1,5 литра с крышкой. Чайник стоил 3, сейчас 1500. Эмалированный на 3 литра. Салатнички с арбузиками. Так. 160 миллилитров керамика. Так. Здесь еще вот такие вот виски. С чем-то еще. С клубничками стоит 160 миллиметров, миллилитров, 178 рублей. 178. Тарелки. Керамика. 178. Клубнички и ананас, наверное. И большие. Тарелка. Фрукт называется киви. 321. Клубники 420. И арбуз 420. Такая люминарка. 97,99. 98 рублей. Так, вот такая маленькая рыбка. Это фарфор. 101,99. 102 рубля. И с собачками. Маленькая 82 рубля, побольше 101, глубокая 148, и вот такая 124 рубля. Это фарфор, можно использовать в СВЧ печи. Нашла, смотрите, что-то такое, то ли киви, то ли ананас. Так, 400 миллилитров, керамика, 118 рублей. Есть с клубничкой, с осенними листочками 118 и с арбузиками. Друзья, на этом пока все. Спасибо большое за внимание. Обзором вам покажу купальники и все принадлежности для моря, пляжа, для лета. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи и пока-пока.